Ну а сейчас, друзья, наш гость из Казахстана. Его песня набрала 130 миллионов просмотров в интернете. Артур Капишев с песней «Улетай». Это твоя авторская песня? Да, это моя авторская. Вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Мне очень честно, очень приятно, безумно находиться сегодня вместе с вами. Я прибыл из солнечного Казахстана, из города Актау. Тарас Михайловна, как вам, мальчик? Да без слов тут. Все понятно. Я думаю, всем приятно, и мне тоже. Спасибо. Да, пишу музыку, пишу слова, пишу аранжировки к своим песням. Сам записываюсь, сам обрабатываю, сам свожу, сам мастерю, все сам делаю. И то есть, да. Как я понял, это песня о несбывшейся любви какой-то. О несбывшейся любви, да. То есть у меня папа жены
всегда говорит, то, что есть в жизни три любви. Это школьная, университетская и та на всю жизнь. Вот та на всю жизнь уже со мной, слава богу, тебе большой привет, Жанна, я тебя люблю. Вот. А та девочка, которая была в школе, ну как-то что-то не сложилось, я ухаживал за ней, там 3 года я за ней бегал, ухаживал, и мы расстались, я приехал домой, взял гитару и написал эту песню. На одном дыхании. Но я знаю, что большая поклонница нашей программы твоя бабушка, которая подарила тебе первую гитару и верила в тебя просто с детства, что ты станешь артистом. Вообще, где-то в 6-м, наверное, 7-м классе я увидел по телевизору, как человек играет на гитаре. Да. Вот, да, там очень... Там была токата Поль Марье. Все уши прожужжал бабушке. Я говорю, я хочу. Вот, она мне подарила на Новый год эту гитару. Я по книжкам что-то как-то пытался. Вот. Вот у нас с тобой, кстати, истории прям похожи. У меня тоже в 6 лет в автокатастрофе, да, умер папа. Но я его вообще не помню, если честно. Я тоже. Вообще. Я не помню, только по фотографиям. Он очень классно пел, он классно играл на гитаре. Вот, видимо, ну, кровь. Гены, все это передается. Продолжил дело. Потом, более старше, когда я стал, я написал песню, выложил в интернет. Друзьям вроде как-то, те, кто меня знали, это понравилось. И потихонечку так пошло, что это стало сейчас моей жизнью. Песни, релизы, концерты, туры. Слава Богу. Ну давайте перенесемся в октаву. Внимание. Только вдвоем, лишь ты и я. Мы находимся на берегу самого большого озера в мире, на берегу Каспийского моря, в моем родном городе, в городе Актау, в Казахстане. Все самое теплое связано именно с ним. Первым делом мы собираемся всей семьей. Приезжаем, тем более сегодня беж от бабули фирменный. Ой, умничка моя. Помочь тебе чем-нибудь? Давай, руководи процессом. Кормлю так, как положено. Вы сами знаете, бабушка есть бабушка же. Артур маленький был, с 4 лет он начинал петь. Та самая старая гитара, сам самая сочиняешь, первая. Сам слова говоришь, музыку приготавливаешь, еще и сам поешь. Спасибо. Мне это, знаешь, это радостно просто, я горжусь собой, спасибо, сыночек. Спасибо. Умница моя. Ай-яй-яй-яй, девушка мечты, в этот вечер не со мной осталась ты. Я тебя нарисовал, только так и не познал твоей любви. Мы присели на топчан за Дастархан. Это моя мама, гвоздь программы, самый вкусный. Бишпармак. Разъесть захотел. Очень вкусно, это очень вкусно. Пьем чай. Ближе к концу передачи уже аппетит разыгрывается. Набираешься сил и можешь потом смело продолжать свой путь. Да. Этот вечер не со мной осталась ты. Я тебя нарисовал, только так и не познал твоей любви. Я не верю, что пройдет моя любовь, и тебя я не увижу больше вновь. Без тебя я жить устал. Я тебя нарисовал. Несколько минут рекламы, мы вернемся. Оставайтесь с нами.